Всем привет! Друзья, только что подсаживал маточек и вспомнил о том, что у меня есть видеокамера и можно снять видео. Так что одну я маточку уже подсадил без камеры, вторую сейчас буду подсаживать и покажу вам. Но скажу наперед, это не учебное видео, как подсаживать матки. Это я просто хочу показать, как я подсаживаю, и поблагодарить, наверное, в первую очередь матковода, который мне прислал этих маток, который сделал этих маток, ну и, конечно же, человека, который мне их прислал. Матковод — это Гращенко Миша с Беларуси. Мы были в гостях у него, если помните, и кто не видел, может посмотреть на канале. Мы были на пасеке у Миши. Я видел, познакомился с Мишей, видел его пчеловодство, самого его познакомился и увидел, что этот человек серьезный, с серьезными подходами, взглядами и, я бы сказал, целеустремленный, амбициозный парень, который хочет сделать пчеловодство лучше, лучше, больше и краше. Этот человек, который, вот я хоть и старше немножко его, но он для меня тоже стал как бы стимулом развиваться и быть лучше. Так что, Мише, спасибо. И увидел я его пчеловодство и попросил Мишу, чтобы попробовать его маточек. Ну, вот он мне и не отказал, прислал маточек. Конечно, это уже как бы чуть-чуть поздноватенько. Уже 5 августа сегодня, подсаживать. Делать отводки уже поздно, но я снимаю видео на этом точке, подсаживаю маток там дикарника, потому что у меня здесь отводки, которые ждут маток уже давно, так сказать, поэтому я их подсаживаю, так сказать, с руки, потому что здесь была отобрана матка карника и дан был маточник, но матка при облете пропала, и поэтому нету ни расплода, ни матки, и пчелы жаждут маток. Но когда матки примут, я их отвезу на второй точок дебаквост, или весной, или может осенью, посмотрим. Но что мне хотелось сказать все-таки за Мишу. Почему я ждал этих маток? Я их ждал с большим нетерпением, потому что я знаю, что Миша, во-первых, у него есть хороший материал. Это во-первых. Во-вторых, он за этим материалом летает сам. Я знаю, что он летает в Бельгию, Люксембург, если я не ошибаюсь, берет там материал, дружит с известными селекционерами. Я знаю, что даже буквально совсем недавно у него проводились на пасеке и лекции, и семинары по инструментальному осеменению. Были приглашены известные селекционеры, тот же Николай Холенков. И я думаю, что материал от Миши будет достойный, поэтому я хочу его посмотреть сам, потестировать. Это две материнки, две дочки, две сестрички. От мама B7 Михаила Гращенко, а папа B184 Пауль Юнгельс с Люксембурга. Я думаю, что, в принципе, заводчики интересные и знаменитые, поэтому маточки должны быть неплохими. Ну, посмотрим, в процессе посмотрим. Так что я думаю, что материал должен быть хороший. Хороший изначально материал, хорошие заводчики. И, ну, будем смотреть. Так что Мише огромное спасибо, Денису спасибо за то, что доставил маток мне домой. Ну, одну матку я подсадил. Повторюсь сразу, это не учебное видео, это просто я показываю, как я делаю. Здесь матка, повторюсь, дана была, забрана уже давно, получается, я уже не помню, две недели забрана, потом поставлялся маточник на выходе, матка вышла, но при облете потерялась. Поэтому здесь нету расплода, здесь только пчела, там выходящий расплод. Пчелам не с чего тянуть маточники, поэтому они принимают, как правило, с руки. Ну что, друзья, расплода у нас нет. Вот наша маточка, я вам покажу в клеточке. Под номером 68. Расплода у нас здесь нету, маточников не должно быть. Пчелки гудят, ну, в принципе, тут у меня ващинка стоит, но можно пересмотреть.
Ну, я знаю, что расплода здесь нет, потому что я помечал. Я знаю, что тут... Ну, нету. Что мы делаем? Повторю сразу, это не учебное видео, чтобы так никто не делал, потому что делаю это так я. И нашу маточку берем и выпускаем сразу на клеточку, на рамку. И смотрим, как пчелы принимают матку. Вот наша маточка. Видите, теперь нам надо буквально пару минуток понаблюдать о том, чтобы нашу матку, как они будут к ней относиться. Будут ли они ее трогать? Вот она. Будут они ее трогать, не будут ли они ее трогать? Наседают, не наседают. Главное, чтобы они ее не трогали за лапки. Главное, чтобы они не таскали ее за крылышки. Где-то она у нас... Ну, пчелы беспокойные. Ну, понятно, не было матки. Вот наша маточка. Ну, матка сидит, не бегает, пчелы ее не трогают. Вот подрезанное крыло у нее. Смотрите, в принципе, пчелки ее тихонечко берут в колечко. Ну, я только что перед этим подсаживал матку первую, то, ну, точно такая же картина. Вот маточка, смотрите, ее в колечко берут, но при этом никто ее не трогает. Я думаю, что это и есть хороший прием матки. Хотя нужно все равно перестраховываться. Вот видите, берут колечком, но не трогает. Он протягивает хоботочки. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Ну и все. Матка у нас есть. Маточка на рамке. Теперь берем и опускаем вниз. Конечно же, через пару часиков я это проконтролирую, чтобы пчелы не взяли маточку в клубочек. Ну и клею я, друзья, вот такие на клееночку. Наклеечки, обозначение. Вот наклеил я уже на один и на второй сразу, где написано, что это B68, мама B7 Михаил Гращенко, трутень B184 Пауль Юнгельс. Ну и закрываем. Вот и все, так я подсажу маточки. Давайте ради интереса, просто ради интереса, посмотрим, там уже прошло время, минут 20, наверное, точно. Посмотрим, что у нас, как у нас принята первая маточка, которая... Тут тоже вот наклеечка. Ну и тут надо маточку нам теперь поискать. Тут точно такая же картина, пчелы не так много. Потому что это был нуклеус. Ну и точно так же здесь не было расплода. Поэтому я точно так же выпускал с руки. Вот наша маточка, смотрите. Это подсаженная буквально. Сейчас я посмотрю, что тут мне видно. Подсаживал буквально 20 минут назад. Вот маточка. Смотрите, ходит. Вот ее даже пчелка есть, наверное, та, что с клеточки. Кто-то, я не вижу, вот. И вот сама матка. Ну, матка ходит, ее не трогает. Ну, вот был маточник, который когда-то был. Ну, в клубок не берут. Это как раз и говорит о том, что все нормально. Но опять же, радоваться еще рано. Здесь у меня карника, а матки бакфаст, поэтому нужно контролировать, чтобы когда она начнет сеять, чтобы пчелы не тянули маточники замены. Потому что это бывает часто, когда смена породы крови, пчелы потом, только матка начинает сеять, пчелы начинают оттягивать маточники замены.
Вот такая у меня подсадка. Ну, скажу ж, опять повторюсь, так подсаживать нельзя. Так можно подсаживать тогда, когда вы уверены на 110%, что вас там нету ни молодой матки, ни свищевой матки, никакой матки, что у вас там нет расплода, что пчелам просто хочешь не хочешь, им они обязаны принимать матку, потому что у них нет выбора. Только тогда так можно подсаживать, что я вот сейчас и сделал. Получил маток и сразу же с клеточки подсадил. Все. Теперь пускай они приживутся, а дальше посмотрим. С бакфастом пока я ничего не буду обсуждать по поводу бакфаста, потому что это у меня получается уже четвертая материнка бакфаста. Ну, это две сестрички. Есть у меня бакфаст, который я привез из Германии с Денисом от Ральфа Кольбе. И буквально неделю назад я получил, опять же Денис мне поставил, от Евгения Рудя, от Имкерде, бакфаст Лаутенталя. Ну, выводил я только дочек от Ральфа Кольбе, пока смотрю. Там были отводки, пока ничего сказать не могу. Все о бакфасте я уже могу смотреть с весны. Когда перезимуют, тогда уже будет видно развитие, ну и так дальше. Ну, пока впечатления неплохие, то, что я вижу по бакфасту. Ну, а там посмотрим. Все. Спасибо, Мишка. Тебе большое спасибо, Денис. Тебе большое спасибо, вам, зритель, за то, что посмотрели это видео, за то, что были с нами. Мише Гращенко желаю только удачи, здоровья и развития. Миша, ты крутой, потому что ты очень быстро и прогрессивно растешь. У тебя есть чему учиться. Молодец. Желаю тебе удачи. Ну и всем вам, зрители. Все. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.